Կարատե խոստայ սայուկ յոկ ուսինկայ հուսար իրստույնը կարաչի ստարայստույ ավդ մայդան, հախսան ադամոն դուրնիր ու աղսը դմասկոյը, խաղած զրայստույ սպարսը դա սպարցմեն է վլդարվն տես բաստայը։ Проходили в Москве, в Московском центре боевых искусств. Всего собралось участников из 15 стран и где-то порядка 30 регионов России. Всего 420 участников было. Ну, страны там, 15 стран, такие крупные, как Франция, Бразилия, Польша, Германия. Наша команда тоже участвовала под своим флагом, под своим названием «Южная Осетия». Нас пригласили, приглашение прислали на спорткомитет. Вот. Ну, мы обратились. Это не плановое соревнование, поэтому они не финансировались в календаре соревнований. Обратились с просьбой к президенту республики Анатолию Ильичу Билову. И он выделил из резервного фонда президента, выделил деньги. И мы съездили на соревнования. Все было у нас 10 человек в команде. Ну, в общем, выступление, скажу, было выше среднего. Հուսարիրը սոնեֆեցակ բնատված աղսա գագլոյթը դիանը, ոյ ու տրեներ սոզաթը Վլադիմիր Կոմալգանինակ թուխկոտ տա աղսարդաս ավտասազը կավլսավը, համայ ասվանձայքի հոգաման ու ախամ սպարցմին թիմը, Վալախիս ձավա տրեներ Ռայգոնդե բազադիա Կոմալգանինագայ. Ну, хорошо показала себя Диана Гаглоева, первое место заняла. До этого у нее немножечко так были сбои, второе, третье место и на первенстве России, и на всероссийских соревнованиях. А она надеялась всегда на свои руки. У нее руки, как у парня в ее возрасте, 16-летнем возрасте, очень сильные руки. Вот, и она надеялась на руки. Вот. Ну, когда я ее просто уговорил, попросил, говорю, Диана, пожалуйста, сделай, не приказывал, попросил, сделай то, что у тебя хорошо получается. Именно удары ногами. Вот удары ногами стала использовать больше, чем руками. Ну и вот результат. Выиграла поединок за выход в финал и финально выиграла. С хорошим преимуществом. Бесспорно, все единогласно судьи отдали ей победу. Նկակ բնատրայստան իմ բաստակ տատատը Սոֆիա, բրոնզա մայդան տատարայստոյ տիրիտը աննա, ջիջոյտը աննա, դուդայտը դոննա, ծբրտ Անաստասիա, ամա լալըթը ջիր։ Խոչսը վիդելից նաշիխ դեբյուտանտով, մալինքիխ սամխ, դիստիլետնիխ, էտա Նաստա Չիբիրովա, она пришла с гимнастики, гимнастикой занималась много лет, пришла с гимнастики, конечно, у нее подготовка, физическая подготовка, и гимнастика ей дала способность запоминать быстро движения. Любые движения. Она, как видеомагнитофон, быстро все схватывает. Вот она позанималась совсем короткое время. Поехали на соревнования. Раньше у нее были тоже вторые места, первые места. Вот сейчас она третье место заняла. Но это заслуженно третье место. И второй наш десятилетний Джер Лалиев. Тоже хорошо себя показал. Ну, один бой выиграл. За выход в финал проиграл бой. Вот. Ну, не получилось немножко, но зато хотя один бой выиграл. Есть у него в запасе выигрыши. Заслуженно третье место, так же, как и у Насти. Ну, я думаю, этих детей все впереди, поэтому я их и взял на соревнования, чтобы посмотреть чисто психологически, как они готовы к соревнованиям, как они могут настроиться на соревнования такого уровня. Вот. Ну, общее выступление считаю хорошим. Одно первое место, одно второе. Тем более второе место у нас заняла Софья Татаева. Она уже перешла в группу взрослых старше 18 лет. Вот. Она, в этом году она стала чемпионкой Северо-Кавказского федерального округа, тоже среди взрослых. Через неделю после того, как исполнилось 18 лет, она поехала на соревнования, чемпионат Северо-Кавказского федерального округа. Ну и вот она заняла первое место, чемпионкой стала. И сейчас тоже неплохо выступила. Второе место, правда, но ничего. Думаю, в дальнейшем будут у нее хорошие выступления. Тем более, что в этом возрасте уже есть стимул выполнить мастера спорта России. Она кандидат мастера спорта. У нас кандидат мастера спорта Диана Гаглоева, Дона Дудаева.
Софья Татаева и Ирина Цигиева. Гаглойте Диана каратэ мэсэ фарастэ зарах вайкон республика и масштабун турнирте, а в Тавараси федерации регионте дар. Я заняла первое место. Это эти соревнования были важны, и я очень рада, что я заняла первое место. Там было много людей, и мои соперницы тоже достойно дрались со мной. Особенно бой, который я дралась за выход в финал, и финальный бой тоже. Мне нравится этот вид спорта, потому что я больше всего из-за тренера, который нас любит и заботится о нас, как о своих дочерях. Он нас постоянно ведет на какие-то разные соревнования, всегда поддерживает нас. Если у нас что-то не получается, то мы заново это отрабатываем на тренировках. Я занимаюсь этим уже 11 лет, и мне очень нравится. Сыбырта Анастасия Каткараты Мэтсава Харшисал Рестагаттарен Ридеган из Хурзантеста. Фэнтез бастия спортсмен Тэхсен Анастасия Райста Артекалбуна Туйта Кайзагнэка Уи Хавантест. Банасан Куттанр Кайтренировка Кэнзэна Паттахтайдар Самайрадон Турниры Райса Сызгарим Майдан. Ez уже карате, машан, шепар, мая, царевна ванита, мокоте, Москва, мама, умбачах, стон, третье место. Азарда, мая, тенг, фаша, дис. Мадар, тарджах, тренировка, канджаша, мама, и на царевна ванита, коканат, первое место, бачах, сын. Спортсмен Фенцай, спортсмен Ахсен, Артекагбунат, бачах, стон, имбеста, каратист, лалате, джир. Уменаце, турнир, фетсаг, невед, я кармана, каскерис, хурзен, тестете. Артес, згарин, дуэв, зистеме, дуэта, бронзе, майданте. Очень соревновательный разговор, часто это как будет. Слава тренировка, окончан, шама и находит, часто фичок будет. Сами так мы шама, затем что ли, охай, можно шаву, мама, джей, рюктайта, можно розын, охай, сармайта, вертушко, тайта. Каратэ ялсы хозмэна республика эсэвэ дуэн фуд спортсмэнэ. Тренер кудбаны санку утавтэма ялсы спортмэр ботсам кайфэн тахамтэ барэк фэлдэрэ стэфэлэсэн увартэ кайнэ умагэскэ сэсэбун райсэн нэв. Созатэ Владимир Невсисэ вахсрэстэ джуовар кайфэйв зэнэ мэсэкцимэ кай райсэстэ кайфэн дэвэдун юлдэр. Костэ Залина Чехотэ, Альдина, информацию равахт, Абон.